Михаил Тихомиров и его команда представляют на соревнованиях Тольяттинскую ТЭЦ. Для них победа в региональном конкурсе Т+ – это показатель мастерства и слаженной работы коллектива. Вместе с бригадой готовились и в будни, и в выходные. В результате – первое место. Ну, мы впервые обогнали таких монстров, как ТЭЦ ВАЗа и Самарскую ТЭЦ. Заняли первое место. В общем-то, готовились мы долго, упорно. Больше месяца, наверное, готовились. В принципе, не ожидали, что так получится. Ну, теперь надеемся, что достойно представим самарский филиал Екатеринбурга. Энергетикам предстояло пройти 9 этапов, среди которых теоретические и практические испытания. В течение 3 дней участники показывали знания нормативно-технической документации, выполняли практические задания по отработке навыков эксплуатации оборудования электростанций в штатных и аварийных ситуациях, а также оказывали первую помощь при несчастном случае на производстве и ликвидировали возгорание оборудования. Все участники соревнования находились под пристальным наблюдением. Мы очень внимательно смотрели, как реагирует тот или иной участник, как он реагирует на неудачу, в том числе, как справляется со стрессом, как проявляется командная работа. И все они будут отмечены. Второе место в соревнованиях профмастерства заняла команда ТЭЦ ВАЗа. А в категории теплоэлектростанций с парогазовыми установками победила команда Сызранской ТЭЦ. Михаил Ермоленко, Василий Колдашов. События.